Работа российского консульства в Тирасполе. Когда будет новая партия спутника, взаимодействие с Россией и не только. Приднестровская делегация вернулась из Москвы. Итоги поездок, о чем говорили и к чему пришли. Границы открыты. Какие, для кого и насколько? Что говорят туроператоры? А также о вакцинации приднестровцев, но не ковидной, а футбольной. О чем речь, обязательно расскажем. Это «Вопрос дня». В студии для вас работают Ольга Гаврилова и Лидия Салкуцан. Здравствуйте. Мы вещаем и на волнах Радио 1 и Радио 1 Плюс, 104.0, 105.0. Соответственно, начинаем. Итак, Приднестровье и Россия продолжают тесное сотрудничество. На прошлой неделе в Москву летал президент Вадим Красносельский. Договорились о поставке 20 тысяч доз вакцины «Спутника Ви». Таким образом, еще 10 тысяч приднестровцев смогут сделать прививки от коронавируса. Да, и как написал Вадим Красносельский в своем телеграм-канале, речь идет об очередном транше гуманитарной помощи соотечественникам, проживающим в Приднестровье. Кроме этого, в повестке вопрос приобретения вакцины, он требует проработки. Глава государства не раз говорил, что Приднестровье готово не только получать гуманитарную помощь, но и имеет средства для того, чтобы закупать вакцины самостоятельно. Да, несмотря на экономические трудности, с которыми столкнулось Приднестровье из-за пандемии. Ну, с экономическими трудностями, по сути, столкнулись все страны мира, и много средств пришлось затратить на борьбу с коронавирусом, и сколько еще надо будет вложить, никто спрогнозировать не может. Но здесь не может не радовать оценка экономики Приднестровья со стороны Сергея Глазьева. Ранее он занимал пост советника Путина, сейчас член коллегии министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. И Сергей Глазьев отметил, что экономика Приднестровья имеет потенциал для быстрого восстановления. С моей точки зрения, правительство Приднестровья работает очень эффективно. До пандемии фактически был обеспечен взлет приднестровской экономики. Двузначные темпы роста и по инвестициям, и по динамике промышленного производства. Но, к сожалению, пандемия, как и во всех других государствах, внесла свои коррективы. И тот пандемический шок, который испытало Приднестровье, объективно был гораздо тяжелее, чем в странах больших, где много резервов, в странах, которые признаны, имеют возможность занимать деньги, в странах, в которых есть большие денежные, так сказать, резервы. В Приднестровье ничего этого не было. И тем не менее, Приднестровье – это единственное государство в постсоветском регионе, которое сумело выйти с плюсом по динамике промышленного производства. Сергей Глазьев давно мониторит ситуацию в Приднестровье, тесно работает с нашим правительством, консультирует. И последняя встреча в Москве премьера с экономистом была буквально недавно, в середине мая. И наша делегация во главе с председателем правительства встречалась с ведущими финансистами на площадке финансового университета при правительстве России. Привлечение инвестиций – и еще одна важная тема, о которой говорили. А также говорили о том, что есть потенциал для сотрудничества, это именно во взаимодействии Приднестровья и России на межрегиональном уровне. И, по мнению российских экспертов, развивать торговлю, обмениваться опытом проще, сотрудничая на уровне городов и регионов. Сразу, может быть, в чем-то уменьшаются политические барьеры, когда это все идет на уровне высших ведомств государственных. А регионы могут более свободно друг с другом устанавливать отношения во всех сферах деятельности. И образование, и культура, и экономика, и деловые связи. То есть весь спектр. Я знаю, что даже побратимские отношения у отдельных городов Приднестровья есть с соответствующими, да, партнерами в Российской Федерации. Это было бы, наверное, тоже полезно для того, чтобы оживить ситуацию, в том числе в условиях пандемии. Кстати, буквально вчера из Москвы прилетела делегация во главе с председателем Верховного Совета Александром Коршуновым. Как отметил спикер, подписание соглашения для взаимодействия на межрегиональном уровне – вопрос практически решенный, так что здесь зеленый свет. И не менее важная новость – работа российского консульского пункта в Тирасполе скоро будет восстановлена на 100%.
Этот вопрос мы поднимали практически на всех площадках, начиная от руководства Государственной Думы Российской Федерации и заканчивая руководством Россотрудничества, которое взаимодействует и с Министерством иностранных дел Российской Федерации. Мы получили заверение наших коллег, что в ближайшее время этот процесс активизируется в части возможности открытия нашего консульского пункта. И я думаю, что в ближайшие 2-3 недели консульский пункт перейдет на 100%, так скажем, формат работы. В целом, если говорить о череде поездок в Москву, наших делегаций во главе с президентом и во главе с председателем правительства и со спикером, то здесь мы видим следующее. Первое. Ждем следующую партию спутника ВИ. Через 2-3 недели заработает консульский пункт. Приднестровская экономика восстанавливается и ждем инвесторов и туристов. Налаживаем дальнейшее сотрудничество на межрегиональном уровне. По инициативе наших соотечественников за рубежом правительство Приднестровья запустит единую базу данных всех соотечественников, кто живет в России. Это для более тесного сотрудничества. Ну, речь, безусловно, о тех соотечественниках, которые хотят поддерживать связь со своей родиной, и все сугубо добровольно, как говорится, с их стороны. Да, 2 недели встреч и переговоров на всевозможных площадках от Госдумы и Россотрудничества, от Минздрава Российской Федерации до Мособлдумы прошли плодотворно. Российский консульский пункт в Тирасполе скоро заработает. Вакцинированные получат международные сертификаты. А новость дня сегодня. Президент Вадим Красносельский продлил свободный проезд через границу до 1 июля. Зачитываю с президентского телеграм-канала. Учитывая, что показатели заболеваемости коронавирусом постепенно снижаются, считаю возможным продлить на месяц действие нормы, предполагающей допандемийный режим пересечения Приднестровской границы. Дальнейшие решения будут зависеть от развития ковид-ситуации. Это значит, что ПЦР-тест сдавать не надо, оперштаб о выезде уведомлять тоже нет необходимости, а главное сидеть на карантине 2 недели после приезда в Приднестровье тоже больше не надо. Для граждан других стран граница тоже открыта. Ну и здесь бонусом новость от наших украинских соседей. Именно завтра, 25 мая, в 8 утра, Украина открывает пункты пропуска на границе с Приднестровьем. Всего их 18, и до этого больше года работал только пункт пропуска Первомайск-Кучерган. Да, но не забываем, что для въезда на Украину по-прежнему нужен ПЦР-тест и страховка. Границы открыты, нам можно при желании выезжать из Приднестровья свободно и возвращаться, но лучше уж, чтобы к нам приезжали туристы, потому что нам, приднестровцам, есть что показать. И о чем рассказать? Подробнее об этом мы поговорим со специалистом в области туризма. У нас в гостях Игорь Крижановский, начальник отдела реализации целевых программ и приоритетных проектов Агентства по туризму. Здравствуйте. 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 Ну вот сейчас были майские праздники и много гуляли на свежем воздухе, да. Могу по себе сказать, много достопримечательностей удалось увидеть. И опять же в Бендерскую крепость, да, еще раз съездить, в Екатерининский парк. И вот видишь, много туристов уже приехали к нам, да, и фотографируют, и видно, что они вот соскучились, им так у нас нравится. И вот вопрос к вам, Игорь, а проводило агентство по туризму какой-то мониторинг вот самых популярных достопримечательностей Приднестровья? Ну, мы, отслеживая самых популярных достопримечательностей Приднестровья, мы следим за тем, куда приезжают, в первую очередь, иностранные туристы, и что им интересно. Конечно, это же, в первую очередь, Бендерская крепость, в городе Бандеры, это Кисканский монастырь, это в городе Тирасполь на центральную площадь памятник Ленину. Далее у нас это, ну, те же достопримечательности, которые пользуются спросом и популярностью среди приднестровцев, это Строинцы, Рашков, Валядынка и Каменка. Но, конечно же, в первую очередь, куда привозят иностранные туристические агентства иностранных туристов, это, конечно же, Бендерская крепость. Поэтому у нас в планах уже в этом году открытие туристского информационного центра именно в Бендерской крепости, потому что, приезжая туда, человек уже может взять тот буклетик, либо проконсультироваться у
менеджера, куда лучше поехать и посетить какие достопримечательности. Мы так интересно устроены, мы не останавливаемся на достигнутом. Казалось бы, и так эти места уже любят, но нет. Мы обязательно наших туристов и местных жителей, которые посещают эти места, обязательно балуем новинками. Вот в мае в Бендерской крепости комната Янычар появилась, новинка. Сейчас ждем в Екатерининском парке, вот к 1 июня обещают наконец-то открыть Чудоград. Почему мы не останавливаемся на достигнутом? И я уверена, что и в других городах какие-то новинки обязательно будут. Расскажите, пожалуйста. Ну, тут, конечно, если мы будем останавливаться на том, что на сегодняшний день есть, оно не будет привлекательным и далее для туриста. То есть человек, когда приезжает и посещает тот или иной объект, ему интересно, чтобы посетить еще раз его, приехать посетить, посмотреть, он должен что-то увидеть новенькое. Да? Вот как бы, а если взять, например, вот ту же самую Бендерскую крепость, ну, буквально взять те же самые 10 лет назад, да, там 12 лет назад, ну, это же небо и земля, да, вот как это было и как это стало. То есть 10 лет, в принципе, это, ну, вроде не так уж много, но мы видим, насколько Бендерская крепость преобразилась и изменилась. Да? Если взять центральную часть города Тирасполя, то посмотреть нашу площадь вот за Суворовым. Вы давно говорили о том, чтобы там сделать какой-то парк. Это еще давно говорится, но при этом какого-то решения конкретного, да, не было принято. Благодаря уже инициативе Вадима Николаевича Красносельского все-таки как-то и продвинулся этот вопрос, и буквально за несколько лет центральная часть города преобразилась, и приятно как и самим горожанам гулять по городу, да, и по этой центральной части города, так и иностранным туристам. А если говорить уже дальше, например, о Каменке, Каменском районе, парк Вингенштейна, это один из парков как бы достопримечательностей нашей республики, который также в скором времени преобразится. И самое главное, чего не хватало, это как раз заполненные пруды водой, облагороженные площадки, плитка, да, которая там будет. То есть это все равно преображает и по-другому будет смотреть этот объект. Да. Вот сейчас во всем мире набирают обороты промышленный туризм, да, пользуется большой популярностью, и у нас в Приднестровье очень много предприятий, уникальных. Какие предприятия у нас уже поняли выгоду того, что если к тебе приходят туристы, то это не только отвлекает от работы, это вообще не отвлекает от работы, если все правильно организовано, но это приносит деньги. Ну, один из интересных объектов, который интересен для приднестровских туристов и для иностранных, уже даже отработанные маршруты и взаимодействие турагентств с предприятием, это Дубосарская ГЭС, угу. То есть, потому что все знают, что Дубосарская ГЭС у нас существует, интересно, есть плотина, водохранилище. Дубосарское море, да, как говорят? Красивое место, да, но при этом самим приднестровцам туда было сложно попасть, потому что объект стратегический, и поэтому есть определенные сложности туда было попасть, но маршрут отработано, налажено взаимодействие, уже мы свозили туда инфотур наше предприятие, был разговор, прямой контакт с руководством предприятия, и уже как бы было несколько групп, которые туда удалось попасть, но ввиду карантина пока временного, да, вот этот последний месяц обратно остановилась экскурсия на предприятии, но продолжится. На ММЗ, исходя из того, что там сложность производства, все-таки горячие печи, и есть ограничения о том, что, например, группа должна не превышать более чем 20 человек, и при этом сопровождает 4-5 человек работников завода, да, вот. То есть вот эта специфика производства, и ведь самое главное, это ведь охрана здоровья и жизни людей, которые туда попадают. Все-таки производство опасное. Но да? Если все правильно организовать, то в принципе все возможно. Да, то есть самое главное здесь организация, поэтому мы этим как раз вот и занимаемся. Планов много. Есть они относительно социального и детско-юношеского туризма, насколько мы знаем. Что здесь имеется в виду? Принято буквально на прошлой неделе, подписана правительством программа по социальному туризму, которая предполагает, это в первую очередь разработка методической документации, это проведение экскурсий для детей сирот, это для инвалидов, пенсионеров и других социальных групп. А также в программе заложено финансирование в 2020-2023 году, это обновление туристического снаряжения станции юных туристов, это проведение слетов детских, это проведение экскурсий для
детей-сирот по нашим достопримечательностям по Приднестровью. Такая практика была еще как бы единая программа в советское время, да? А в последнее время у нас такой практики не было, поэтому вот благодаря нашему руководству удалось достичь того, что такую программу приняли, это самое главное. Надеемся, что будет в последующие годы финансирование этой программы, и у нас получится проводить и реализовать эту программу в полном объеме. Интересный такой момент. Прогулки по Приднестровью можно совершить и на велосипеде. Даже агентство по туризму разработало сразу несколько маршрутов. Я полагаю, что вы в этом непосредственно участвовали. Вот как разрабатывались эти маршруты? Вы сначала сами проехали, поняли, что это будет интересно, и предложили это другим, так? Ну, конечно, маршруты все, которые мы прорабатываем, это мы в первую очередь сами через себя их пропускаем, анализируем, какие достопримечательности интересны, и выбираем маршрут к этим достопримечательностям, чтобы можно было проехать, и самое главное, интересно и безопасно. Да? Если человек самостоятельно организовывает маршрут свой, он может через приложение на телефон себе скачать трек и проехать по этому треку без какого-то сопровождения. То есть тут разные варианты, как человек может организовать и проехать по этому маршруту. А какой вот из вами предложенных маршрутов самый длинный трек? Самый продолжительный. Это сколько километров? Пока у нас, именно если говорить о велосипедном маршруте, у нас он сделан локально, то есть в зависимости от города. Это около 30 километров пока, но у нас также есть в плане для публикации маршруты многодневные, туристические, именно на велосипеде. То есть они у нас пока в порядке очереди, мы будем сейчас их публиковать на нашем туристическом портале Приднестровья. Поэтому в перспективе будут еще более длинные маршруты уже для не только для просто прогулок на велосипеде, но и для похода на велосипедах. Угу, также у нас сейчас в плане это публикация маршрутов, это пеших маршрутов по Кицканскому лесу и по Каменскому Рыбинскому району, который у нас проводит станция юных туристов. Ну вот после того, как мы погуляем, сбросим калории, восстановим организм, здоровье поправим, да, на свежем воздухе, ну тут хотелось бы узнать, где у нас можно вкусно поесть. То есть о гастрономических маршрутах побольше хочется узнать тоже, потому что, ну, с другой стороны, это и такой универсальный способ знакомства со страной, да, через призму национальных кухонь. Какие у нас есть хорошие такие гастрономические маршруты? У нас разработан один гастрономический маршрут, он многодневный, который включает в себя наши национальные кухни, как понятно, молдавская, украинская, русская кухня, также и турецкая кухня. При этом маршрут расположен не так, чтобы просто приехать поесть, да, но самое главное, то есть приехать, посмотреть что-то, какую-то достопримечательность, далее поехать попробовать национальную кухню, попробовать наши напитки, то есть вот с таким вот уклоном. Ну, тоже по всей республике это, получается, да? Да, это по всей у нас республике, как бы в плане у нас еще несколько гастрономических маршрутов публиковать, в дальнейшем будем разрабатывать, но также хотим обратить внимание на то, что у нас есть национальные культурно-просветительские маршруты, которые также включают национальную кухню, ну, например, это у нас разработан молдавский туристический маршрут, разработан у нас польский маршрут, немецкий и другие, то есть, в принципе, которые также могут включать, скажем так, гастрономический элемент, чтобы попробовать национальную кухню именно по этому маршруту. Ну, с учетом того, что у нас живут представители более 70 национальностей, да, представляете, Ольга, 70 гастрономических маршрутов, да, да, показаны. Так что я не удивлюсь, если в следующий раз мы будем делиться впечатлениями от того, что мы в каком-то приднестровском ресторане попробовали улитку или лягушку. Угу. Да, вполне себе такая перспектива реальная. Хочется задать вопрос дня. По правилам нашей программы на ответ 30 секунд. Звучит он сегодня так. Почему Приднестровье должно быть в топе лучших стран для отдыха туристов? Ну, потому что Приднестровье – это республика, которая в первую очередь есть что показать и достойна для того, чтобы представлять на международной арене для иностранных туристов. Как страна, которую есть достопримечательности посмотреть, и также страна, которая благоприятна для жизни. Спасибо вам и удачи во всех ваших начинаниях. Спасибо большое.
Сегодня особо хочется поговорить о Днестровске, и не только в контексте того, что этот город является просто находкой для нашего внутреннего туризма. Да, там находится Днестровский лиман, который мы называем уже Приднестровским морем, и единственный в республике яхт-клуб. А еще молдавская ГРЭС, церковь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, памятник Прометею на бульваре энергетиков, скульптурная композиция «Руслан пленяющий Черномора». Так много, видите, я уже читаю просто даже. Все выучить невозможно сразу. И это лишь часть того, что... на что нужно обязательно посмотреть в Днестровске. Да, и повод посетить этот город более чем подходящий. Сегодня Днестровску 60 лет. Это самый молодой город Приднестровья. Накануне там прошли праздничные мероприятия, чего там только не было. И фотовыставка, и вернисаж, и семейный квест на знание истории своего города, концерт творческих коллективов и даже праздничный салют был. Людей переполняло счастье, видно, что соскучились по празднику. Но праздник был бы неполным без позитивных изменений в социальной сфере. В этом году в Днестровске сдадут новый дом по программе президента «Доступное жилье». Да, дом пятиэтажный, 30-квартирный, основные новоселы, в первую очередь, это бюджетники и сотрудники молдавской ГРЭС. Обещают в Днестровске и новый парк сдать. Там обязательно будет площадка для ребят, занимающихся футболом. В общем, с праздником вас, жители Днестровска, пусть ваш город только процветает и развивается. Днестровск становится современным, молодеет и вся республика, и это неудивительно, потому что спорту сейчас уделяют действительно особое внимание, и не просто на уровне разговоров. Уже несколько лет государство восстанавливает спортивную инфраструктуру страны, строит и новые стадионы, бассейны, площадки. К большой спортивной стройке подключается и бизнес-сообщество. И за это им отдельная благодарность, потому что накануне была просто шикарная футбольная феерия на Лайонс-арене. Там сейчас проходит чемпионат Приднестровья по мини-футболу. И эмоции от того, что творится на поле, ну вот словами просто так передать невозможно, да? И насколько я была далека от футбола, ну, последнее время, я не знаю, я фанат просто. Вот просто фанат футбола, особенно одной команды. «Авангард ТВ ПМР». Ну, кто бы сомневался. Вот как раз о мини-футболе в Приднестровье мы и будем сейчас говорить, а также узнаем, зачем столько сил и средств вкладывать в его развитие, и есть ли вообще будущее у мини-футбола Приднестровья. Обсудим все эти вопросы мы с главным редактором Первого Приднестровского. У нас в гостях Виктор Савченко. Именно он в свое время и создал команду «Авангард ТВ ПМР». Здравствуйте, Виктор Юрьевич. Здравствуйте. Красочно вы описали это все. А у меня сразу вопрос. А зачем вам надо было вот это вот создание команды? Я думаю, у вас уже есть ответы, когда вы рассказываете о своих эмоциях, о том, какой элемент сплочения это для канала, для людей. Есть такое модное английское слово «тимбилдинг», формирование коллектива, создание общих интересов. И спорт для этого подходит лучше всего. Это и пропаганда здорового образа жизни, это и сплочение вокруг одной цели, вокруг одной идеи. В данном случае это хобби. И это желание вложиться в развитие спорта в нашей стране и, конечно же, в нашу команду. Ну вот играют по большей части это наши монтажеры, наши телевизионные ребята, да? Ну, конечно, они были профессиональные спортсмены, профессиональные футболисты в прошлом. И, кстати, вот это не мешает им быть отличными работниками сейчас. У нас сотрудники разных подразделений играют. Играют ребята, которые не работают у нас на канале, несколько человек. Но они тоже прониклись духом Первого Приднестровского. В принципе, любое предприятие, которое участвует в Приднестровском чемпионате, используют в том числе и приглашенных футболистов для того, чтобы добиваться лучших результатов. Да, и сегодня в мини-футбол в Приднестровье играют не только телевизионщики, но и металлурги, банкиры, пекари, аграрии. Кого там только нет. Да, действительно, да. Всего. Я даже не знаю, кто не играет. Все играют, да. Вот, дожились. Все играют в мини-футбол в Приднестровье. Да, это многие предприятия и организации. Всего, если быть точными, 38 команд заявлены. В общем, конкуренция зашкаливает. И что главное, невозможно предугадать финал. Или это только нам, вот, зрителям, болельщикам так кажется? А вы на самом деле, вот, те, кто внутри всего этого процесса находится, уже знаете, какая команда выиграет, какая проиграет. Ну, это только в театре, на самом деле, известно, чем все закончится, да, футбол в этом плане даже лучше этого потрясающего вида искусства, не обидятся актеры,
Потому что элемент непредсказуемости существует всегда. Мы видим, что в мини-футболе очень интересная конкурентная среда создана. Это касается и большого чемпионата АМА-лиги, тоже мини-футбольной, и чемпионата Приднестровья. У нас в высшей лиге, где уже играет «Авангард», минимум 5 команд претендуют на чемпионство. Как можно здесь предсказывать результаты? Все может поменяться в любую минуту. То есть для тех, кто более-менее разбирается в футболе, в какой-то момент «Авангард» перемещался с одной точки таблицы по ходу этой игры к другой, возвращался назад и так далее, и так далее. Мы интригу все раскрывать не будем. Но это лишь к тому, что насколько там кипят страсти, 1, 2, 3 очка разделяют несколько команд. Страсти действительно кипят, но вот игра была в воскресенье, да, ладошки болят до сих пор, настолько хлопали, да, поддержка была сумасшедшая. И барабаны, и труба, и речевки, и вот эмоции, ну, у меня до сих пор зашкаливают эмоции, это просто феерия, и за это действительно еще раз мне, вот мне трудно еще раз сказать спасибо. Надо сказать о том, что в последнее время все больше тренд, когда люди начинают понимать, что приоритет — это не яркие суперзвездные футболисты, которых и так можно увидеть по телевизору, всякие там Реалы, Барселоны раскрученные и так далее. Это желание прийти на свою команду, на команду своего города в данном случае, на команду своего коллектива и так далее. Понятно, что уровень другой. Да какая разница, это же не влияет на количество эмоций. Это ближе, это роднее, это важнее. А знаете, что вот меня удивило где-то несколько, может быть, неприятно, не знаю. Для нашей команды, конечно, это было хорошо. Но то, что мы пришли болеть за свою команду, да, получить вот этот взрыв эмоций. А у других команд как-то, ну, 1, 2, 3 человека, вот близкие, там, да, супруги, ну, друзья, повод, и все. Повод подтягиваться к нам. Почему на самом деле, так, брать Виктор с нас Юрьевич? Пример. Ну, это, в принципе, ситуация нужно в каждой конкретной команде рассматривать. Я думаю, все подтянутся, будет хорошо. Будут толпы фанатов ходить. Может быть, отвыкли за время пандемии. Для меня примером во многом была поддержка команды «Красная звезда», которая сейчас играет в АМА-лиге. До этого тоже играли они в Лиге А, чемпионами Приднестровья становились. О, там и барабаны, там и дудки, там и фанаты, там и очень большая коллективная поддержка. Я думаю, что мы в этом плане стараемся не отставать. И пусть все следуют этим же путем. Мы сейчас говорим об игре с «Металлистом» воскресной, как все уже поняли. Об этой феерии действительно можно говорить сколько угодно много, но лучше это все увидеть. И кто не видел, может это увидеть сразу после «Вопроса дня» на Первом Приднестровском. Даже те, кто видел, и те, кто был на стадионе, я советую еще раз посмотреть, потому что эмоции зашкаливали, страсти кипели весь матч. Это здорово. Да, вы комментировали эту игру. Я комментировал Хотелось эту игру. Выйти на поле и поддержать команду. Особенно, когда ошибки были. Нет, у меня вот вопрос был, когда команда ошибалась, а такое тоже было. Футболист, я на совсем общественных началах, я прекрасно свой уровень осознаю, понимаю, что я бы там ничем не помог. Помогал там, где мог, в комментаторской кабине. И объективностью там и не пахнет, я сразу предупреждаю. Я поддерживал свою команду, это нормально. Так бы сделал любой. При всем абсолютно уважении к команде «Металлист», которые бились. И я уверен, что во многом бились, потому что мы эту игру показывали. А с чем можно сравнить работу комментатора? Ни с чем невозможно сравнить. Это была мечта с детства. Так получилось, что я к ней пришел в тот момент, когда совершенно не ожидал. Ну, когда никто не может меня ограничить в этих желаниях. Я надеюсь, что нравится не только мне, но иногда и телезрителям. Самое главное — эмоции проявлять. Во многих странах комментируют по-разному. В России любят играть в аналитику. Иногда это раздражает. Комментаторы считают, многие, не все, многие, что они там супер разбираются в футболе. Я ничего, ни в чем не разбираюсь. Я кричу, выражаю эмоции, не претендую на экспертную оценку, лишь поддерживаю тот накал, который должен быть у всех дома в тот момент, когда они смотрят футбол. Накануне в специальном разговоре Сергей Урсул сказал, что в международном футболе есть такое понятие, как футбольная инъекция. Да? Это когда... Он сам придумал, мне кажется, но очень удачно. Как Сергей обозначил, что детям с детства прививают любовь к футболу, и это все спонсируется международными организациями FIFA, UEFA, вложения сумасшедшие. Это богатые просто, организации, да, они могут себе это позволить. У нас тоже дали несколько лет назад старт мини-футболу, да, ну такая вот своего рода футбольная инъекция тоже по-приднестровски. Как вы думаете, получится привить мини-футболом приднестровцев, и как скоро это произойдет? Это вопрос дня, у меня 30 секунд. Да. Забыли сказать главному редактору. Хорошо, что главный редактор об этом помнит. Я знаю правила. Виктор Юрьевич, все получится. Главное — поставить цель, идти к ней. Получится не только в футболе, получится во всем. Когда мы сплочены, уверены в том, что мы делаем, у Приднестровья получается все. И побеждать пандемию, и справляться с любыми трудностями, идти вперед. Не надо просто сомневаться, не надо задавать себе лишних вопросов. Там, где есть уверенность в том,
том, что мы делаем, мы должны это делать, и у нас все получится, и в футболе в том числе. Еще, что хочется сказать, мы продолжаем эту мини-футбольную инъекцию, чемпионат Приднестровья, АМА-лигу мы очень активно показываем каждый тур. На этой неделе сборная Молдавии по соке, это тот самый футбол 6-6, все знают, отправляется на турнир в Киев, и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье мы покажем все игры сборной Молдавии на этом турнире, и против Грузии, и против Украины, и против Румынии, следите за расписанием трансляций, продолжаем увлекаться футболом. Это был «Вопрос дня». Сразу после нас футбол на Первом Приднестровском. Трансляция фееричного матча «Авангард ТВ ПМР «Металлист». Чем закончился поединок прямо сейчас на Первом Приднестровском? Не пропустите.